На днях актриса Агата Муценице, оставив сына и дочь с отцом Павлом Прилучным, отправилась на долгожданный отдых в Таиланд. И не одна, а с новым возлюбленным. После развода с Прилучным о личной жизни Агаты ходили разные слухи, и только сейчас актриса решила подтвердить, что ее сердце занято, опубликовав видео с новым избранником, с которым едет на скутере. Я считаю, что искать вообще не надо. Для того, чтобы доказывать всем своим бывшим, что ты можешь выйти замуж, тоже нет. Это вот не то. Вот когда это случится, тогда это случится. Искать специально я не буду точно. Ну, то есть мне кажется, что это должно само собой произойти. Избранником Агаты оказался Александр Соколенко. Мужчина не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Ранее он работал хирургом-имплантологом в столичной клинике, а в 2021-м запустил стартап по разработке контейнеров для изготовления льда в стоматологии. По данным СМИ, пара состоит в отношениях уже 3 года. Именно с ним однажды в 2021 году перепутали с женатым режиссером фильма «Вызов» Климом Шипенко, когда якобы застали его вместе с Агатой около театра. Тогда Агате даже пришлось публично опровергнуть слухи. Однако личность своего спутника актриса раскрывать не стала. Я не знаю, если честно, кто начал распространение слухов по поводу того, что у меня якобы роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила на эту тему, но, по-моему, масштабы этой сплетни обретают какие-то странные масштабы, и даже мои друзья начинают в это верить. Поэтому, конечно, ребят, хочу сообщить, что на всех фото и видео не Клим Шипенко. Я дружу с их семьей, я их очень люблю, и Соню, и Клима. Обожаю его творчество и надеюсь, нас когда-нибудь с ним будут связывать профессиональные отношения. Я с радостью снимусь у него в кино, потому что он великолепный режиссер. А я как придерживаюсь своих принципов, так и буду их придерживаться. Я никогда не буду заводить отношения с женатыми мужчинами. Запомните это. Я уважаю жен, потому что сама была женой. Отношусь к таким вещам. Не буду говорить с презрением, но я не уважаю. Конечно, Клим очень симпатичный и очень классный мужик. И я Соне даже в какой-то степени по-доброму и белому завидую. Крутой у него муж.